Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Евгения Атаро и сайт magoexpert.org. Сегодня у нас будет онлайн-гадание. Гадать мы будем с помощью карт Таро «Зимняя сказка». Такая очень новогодняя колода, я бы так сказала, с очень зимним настроением. Давно я не брала ее в руки, и вот подумала, что это хороший повод для того, чтобы с ней поработать, сделать зимние онлайн-гадания. Их будет немного, но тем не менее. Гадать мы сегодня будем на такую тему, какие шансы дает вам судьба этой зимой. Какие шансы вам нужно использовать для того, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. А я тем временем перетасую колоду, перемешаю карты. Выкладывать я буду всего лишь 3 варианта, поэтому выбор, я надеюсь, будет для вас несложный. Выложу 3 карты на стол, а ваша задача выбрать свою. Это первая карта. Вторая. Я прошу прощения, немножко отсвечивает вторая карта. Ну, я надеюсь, это не проблема. И третья карта. Выбирайте. Итак, я думаю, что вы уже с выбором определились, и мы можем открывать карты. Итак, первая карта. Какой шанс судьба дает вам? Как вам улучшить вашу жизнь? И выпала карта «Дама кубков». Карта на самом деле прекрасная, и она в первую очередь обозначает некую женщину в вашей жизни, которая и является вашим шансом, вашей возможностью. Если вы женщина, то эта карта может олицетворять вас, то есть все шансы внутри вас. Вам нужно использовать свою душу, свое сердце. Я бы так сказала, что речь, наверное, все-таки идет о том, что вам нужно чаще пользоваться своим эмоциональным интеллектом и интуицией. В этом ваша сила. То есть слушайте свое подсознание, оно вас никогда не обманывает и никогда не подводит. Может быть, логика, да, может ошибаться, а вот ваше сердце никогда. Но данная карта может олицетворять не только вас, а какую-то женщину в вашей жизни. Может быть, это ваша мама, может быть, это какая-то другая, близкая в эмоциональном плане, а может быть, в родственном плане для вас женщина. Вот она дает вам какие-то шансы, вот через нее вы можете улучшить вашу жизнь. Налаживайте с ней отношения, и будет вам счастье, будет вам удача. А еще, если вы мужчина, то дама кубков может олицетворять важную, значимую в эмоциональном плане для вас даму. Это может быть тоже родственница, а может быть ваша возлюбленная или ваша жена. И вот этот человек, тот человек, который для вас это огромный шанс, огромная возможность. Не упускайте эту возможность в своей жизни. Но давайте посмотрим еще на то, что изображено на этом аркане. В этой колоде Таро на даме кубков изображена женщина, вокруг которой резвятся детишки. И в классическом Таро, и в этой колоде, в принципе, тема беременности, зачатия ребенка, рождения ребенка, наслаждения материнством. Это вот такая, мне кажется, красная нить, которая проходит сквозь этот аркан. Я думаю, что если для вас эта тема актуальна, важна, значима, то вот этой зимой вам судьба дает такой шанс. Так что используйте его со знанием дела, так сказать, и вы исполните, возможно, свою мечту. Ну что ж, хорошо, давайте смотреть следующую карту. Ух тышка! Какая замечательная карта выпала! А это карта кольцо. На самом деле, карта это влюбленные, насколько я помню. Потому что здесь немножко в этой колоде по-другому называются старшие и младшие арканы вообще никак не называются, кроме фигурных карт. Фигурные карты действительно имеют свои названия, они нестандартные. А главное то, что старшие арканы здесь подписаны несколько иначе, по-другому. Не так, как в классическом Таро. Поэтому здесь мы будем больше опираться не на классическую трактовку этого аркана, а будем опираться на картинку. А на картинке мы видим кольцо.
возможно, ваш шанс установить отношения, может быть, даже заключить союз, получить предложение руки и сердца. Это может быть помолвка. Однако, если эта тема для вас не актуальна, может быть, вы уже давным-давно в отношениях, давным-давно замужем или в браке, то тогда что для вас обозначает эта карта? Ну, может быть, эта карта просто в буквальном плане обозначает кольцо. Вы можете получить какое-то ювелирное изделие в качестве подарка, как вариант. Или сами можете кому-то преподнести презент и тем самым получить какой-то шанс в своей жизни, ну, продвинуться как-то по карьерной лестнице, или, может быть, с кем-то наладить отношения более дружественные, да, более такие близкие, доверительные. В любом случае, вам судьба дает шанс, дает такую возможность войти в определенный круг общения, потому что кольцо – это еще и круг общения, круг доверия, круг доверенных лиц. И, может быть, это какой-то элитный круг социальный, в который не так-то просто попасть, и с улицы, как говорится, туда никого не пускают. А у вас появится такая возможность в этот круг втесаться и сойти за своего или за свою. В общем, я думаю, что общее направление мысли вы поняли. Я добавлю еще только то, что кольцо иногда обозначает заключение каких-то сделок, подписание выгодных контрактов, и судьба дает вам такие возможности, так что тоже используйте их себе во благо. Ну и давайте посмотрим теперь третью карту. Какой шанс вам дает судьба? Очень непростая карта выпала, это тройка мечей. В классической колоде Таро тройка мечей обозначает какое-то разбитое сердце, разочарование, горе, страдания, слезы. В общем, карта крайне неприятная. И, ну, как бы странно видеть в этой карте какой-то шанс, который вам судьба предоставляет. Тем не менее, давайте подумаем, что же все-таки эта карта может обозначать в качестве шанса для вас. А эта карта может обозначать то, что вы можете поразить чье-то сердце. То есть вы можете заставить другого человека быть к вам неравнодушным. То есть, другими словами, у вас найдутся и те слова, которые необходимо сказать, и, может быть, те действия, которые необходимо совершить, которые произведут свое впечатление на того человека, чье равнодушие для вас хуже смерти. Так что используйте эту возможность, используйте этот шанс, и вы сможете достучаться. Но есть и другой вариант трактовки данного аркана. Давайте посмотрим на картинку. И на картинке мы видим отбившегося от стаи волка. Если в предыдущей карте я говорила о том, что вы можете войти в какой-то круг доверенных лиц или втесаться в какое-то общество, сойти там за своего, за свою, то вот здесь как раз наоборот, вы можете выйти из того круга общения, который, может быть, для вас стал тесен, может быть, стал почему-то неприятен. Ну, так бывает, что ваше окружение вас тянет на дно, например, или не разделяет какие-то ваши ценности, ваши идеалы, или ваши цели, может быть, как-то вас обесценивает и так далее. Может быть, это какие-то насмешки, может быть, это, ну, какое-то неприятие вас как личности. Может быть, речь идет о вашем рабочем коллективе и так далее. Ну, тут вариантов может быть много, не будем фантазировать, иначе это затянется очень надолго. У каждого из вас, я думаю, своя ситуация, и каждый из вас поймет, о чем идет речь. Так вот, у вас шанс, который дает вам судьба, наконец-то выйти из этого круга и получить какую-то свободу. Вот эта свобода, вот эта независимость, это, наверное, то, о чем вы, может быть, давно уже мечтали. И, наконец-то, у вас появляется шанс на то, что вас не догонят. Ну, так почему-то мне захотелось сказать при виде этого аркана. Потому что вот той стайке волков действительно догнать вот этого волка, который отбился от этой стаи и стал теперь сам по себе, или, может быть, стал теперь лидером, и, может быть, станет вожаком какой-то новой стаи для себя. Вот у меня такое впечатление, что вот тем оставшимся вдалеке волкам до него очень далеко, и они не смогут до него дотянуться, не смогут его догнать.
То есть это новая жизнь, это шанс на новую жизнь с новыми людьми, в новом окружении. Ну, я думаю, что грех этим не воспользоваться, если вы действительно этого хотите. Так что вот такие шансы судьба вам предоставляет, мои дорогие друзья. Я надеюсь, что вы какие-то подсказочки для себя полезные получили из этого гадания. А я больше не буду задерживать ваше внимание. Всего вам доброго. Не прощаюсь. Надеюсь, встретимся в следующем видео. А пока-пока. До свидания.